Жуткий страшный скелетон, пробегут мурашки по спине, кричат черепа, пугая живых, этой ночью, возможно, ты умрешь. Опс. Бэкст. Он там! Быстрее туда! Это был обычный день. Мы ехали в лифте на 66 этаж, на работу в офис. Вдруг он остановился, заиграла непонятная музыка, и открылись двери. Там была темная комната. Наверху висел какой-то непонятный мужик. Всем привет! Мы продолжаем исследовать новые лифты, и сегодня мы поиграем в Аппарат абонента находится вне зоны действия сети. И в этом хоррор-лифте у нас есть фонарик! Но это же просто чума! Слушайте, в темноте когда ходишь... Подождите меня! Короче, фиг с ним, с этим фонариком, я запрыгиваю! Что происходит? Где что? Кого? Что это такое? Фонарик, включайся. Блин, почему фонарик у меня не работает? Я его включаю, а он не работает. Девочка, хорош петь? Ёшкин кот! Фредди Крюгер! Ох ты, он уже мочканул пару человек. Ай-яй-яй-яй-яй. Выключаем фонарик, прячемся в уголок. В надежде, что он нас не достанет. Но он достал своими коготочками. Блин, а почему у меня фонарик не работал? Я вроде пару раз его включал. Вот, сейчас он включился. Или это не мой фонарик? То работает, то не работает. Наверное, это фишка этой игры. Хотя вот вроде включаю его, он там вот на стенке есть свет. То есть он вполне рабочий. Может, батарейки стоит поменять? На Duracell какие-нибудь там или энерджайзеры? Кролики рулят, надо энерджайкеры зарядить в мой телефон. Ой, в мой этот, смарт-фонарь. Что ж, ёкарный, здесь происходит-то? Молния где-то бьет. Что-то на самом деле... Ох ты ж ёкарный, ты валай! Ё-моё, слушайте, ну это реально какой-то капец. Если мне тут очково, я не представляю, какой нафиг, какая-то детская игра. Вы чё, издеваетесь что ли? Запрет? Надо 18+, ставить? Как... Ну ладно, не 18, вы сейчас меня там скажете, пошел ты 18+, ставьте хотя бы там, ладно, ставьте 16+. Да ладно, я пошутил, все таки это детская игра. Фух. Надо передохнуть. Что-то у меня реально сейчас бомбануло, если честно. Я аж прям испугался. Так, что у нас здесь? Опять темнота, да ё-моё, где свет? Ну, хотя, если бы здесь было бы светло, это был бы точно не хоррор-лифт. Блин, ну этот Соник, блин, у меня... Здравствуйте. Опс. Как-то неловко вышло, да? Чпокнулся об пол. О, это... Вот я любопытный. Любопытство убивает, ребят. Никогда не суйтесь вперед, потому что вас могут крякнуть. Так, чувак, ты убежал? Я могу зайти в эту дверь? Нет, в эту дверь я не могу зайти. А, вон он об стенку бьется. То он чпокнулся от пол, то он... Опс, лифт закрылся, мы упали. Вы, наверное, спросите, а какой был звук, когда тот чувак чпокнулся о пол? А все просто, вот такой. Вот это звук чпок. В лифте играла музыка крутая, но что-то как-то она... Лифт открылся. Мы выбегаем. Ой, да ладно вам, это девочка, которая с телевизора вылазит? Или это не она, это какая-то другая девочка? Эй, фонарик! Блин, какой-то у меня тусклый фонарик, мне надо точно Duracell сюда затолкать. Свой смарт-фонарик, который вечно тупит. Опа! Она села ему на шею. Ой, что вообще с этой игрой не так? Блин, ну тот чувак, кто ее сделал, точнее, тут, я так полагаю, их несколько, просто красавцы. Понервничать она заставляет конкретненько. Тут сразу пару-тройку штанов надо с собой и несколько трусов. Так, лифт открывается. Здравствуйте. Там кровавое пятно. Мертвый повар. Там кто-то вывалился. Это сват. Это мертвый сват. О, какой ты страшный.
Отстань, отстань. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, отстань. Блин, наверное, зря я в лифт побежал. Так, встанем вот тут на углу. Будем смотреть, что происходит. О! Выходим, выходим отсюда, нафиг. О, какой же ты стрёмный, а. Блин, он тут всех нафиг поперекусил, закусил. Ага, здесь и нет прохода, здесь красная зона. У-ху-ху-ху. Выключаем фонарик и просто в темнотехе убегаем отсюда. Да не-не-не, я выключил фонарик, все, все, все. А, не успел в лифт забежать. Ну, в принципе, по крайней мере, он нас не сожрал. У-ху-ху. Я сейчас сам превращусь в какого-нибудь страшного мутанта или монстра. Не-не-не-не-не, не-не-не, едь, едь. Что происходит? Я думал, сейчас лифт грохнется. Чувак, ты такой темный. Слушай, по-моему, привидения и призраки будут бояться тебя. Ты очень темный. Так. Ой. Can't touch me. Знаете, вот когда такое написано, лучше его не трогать. Потому что вот чувак его тронул и свалился с ног. Просто откинул свои кони. А не, нет, да блин. Кто меня толкнул? Я же знал, что это будет. Я знал, что так будет. Меня специально подтолкнули к этому гному. Блин, наглый гном. Он так. Опа, метеорит падает. О, не отпустить меня обратно. Да. Я не успел. Меня вытолкнули. Так, опять эта тема. Тут сейчас мертвый сват. Не, чувак. Не прокатит. Со мной уже не прокатит эта тема. Я тебя видел. Ты, конечно, стрёмненький. Да-да-да, беги туда. Беги туда, я тут постою. Фонарик выключи, выключи фонарик, я тебе говорю. А то он сейчас за нами сюда прибежит. Выключи фонарик, ёкарный. Все, кажется, можно возвращаться назад. Опа, выбежал из лифта, он там всех замочил. Так, а мы сейчас пробежим вот так вот мимо него. Чувак, чувак, ты меня не видел? Ты не видел? Опа! Какая милая музыка, релакс прям. Слушайте, ну можно передохнуть вроде. У кого-нибудь есть раскривушка? Дайте, пожалуйста, раскривушку. Я хочу поспать, а то у меня нервы прям на бикрени. Нигастайл прыгает. Блин, ну он реально нигастайл, у него такая купюра, доллар точнее, у него прям на цепочке такой здоровый. Долларовая купюра. Опа, новая зона. Так, фонарик. Такие щелчки, чик-чик-чик-чик-чик. Все с фонариками бегают, нервничают. Только что и остается нажимать на кнопочку фонарика. Чик-чик-чик-чик. Нет! Не-не-не-не-не-не-не-не! Только не это. Где? Кто? Кого? Почем? Не почем? Сколько стоит? Булку хлеб надо? Опа, на... Нифига, это что, Джейсон, что ли? Да, это он, по-моему, в маске с мечом. Так, надо отключить фонарик и спрятаться, спрятаться. Чувак, выключи фонарик, я тебе говорю. Пускай он там всех. Да блин, не вижу нифига. О, вот я в домике. Да не бегай за мной, не подсвечивай меня. Нет, я не успел в лифт. Какая гробовая музыка, слушайте. Блин, ничего повеселее, нет? Включите что-нибудь другое. Я сейчас разбомблю вот эти кнопки. Включите, включите музыку. А, я знаю, боязнь лифтов. Я сейчас начну кнопки жечь. А ну включи другую музыку. О, спасибо, ну хоть дверь открыл. Блин, да не, ну вы что, издеваетесь, что ли, опять к нему? Ладно, выключаем фонарик. Ставим вот так вот к стеночке. Чувак, привет, привет. Он спринтуху замутил, слушайте. На старт, внимание, жух, и просто слился в лифт. Чуваки, выключите фонарики. Ну что ж, вы не понимаете, что когда выключен свет, то он нас не видит. Хотя он привидение, ужастик, он наверняка должен видеть в темноте. Ой-ой-ой-ой, там лифт закрылся. Блин, я опять не успел в лифт забежать. Во, вот эта музыка. Вот эта музыка, вот это я понимаю. Потусим. Потусим. Даже потанцуем. О, смотрите, просто ноги бьются о пол. И все. Топчусь. Тап-тап-чуп. Тап-тап-чуп. Это что за слон там бегает? Дайте-ка я пойду разберусь с ним. Ух ты ж, ёкарный, не-не-не, пошутил. Да я ж пошутил. Блин. Я думал, что это за слон? Это какая-то фигня черная. На слон... Я закрыл глаза, я его не видел. Блин, вот он жуткий. И орёт очень громко. Чувак! Да блин. Это был обычный день. Мы ехали в лифте и слушали замечательную музыку. Поднимались на 66-й этаж, в наш офис Бунгаргагера. Там мы работаем,
Там у нас все замечательно, но вдруг пошло что-то не так. Лифт затрясло, и он остановился. Свет погас. Но у нас были фонарики. Мы включили фонарики и увидели какую-то странную комнату. Здесь были странные какие-то силуэты. Картонные силуэты, раздался странный звук, выбежал какой-то монстр и начал нас поедать. Кажется, он меня съел. Так, пойдемте-ка поближе посмотрим на этого чучундру. Эй, чучундра, хочешь почесать мой пупок? Блин, я даже не успел выйти посмотреть получше на него, на его глаза хотел посмотреть. Жуткий страшный скелетон, пробегут мурашки по спине. Кричат черепа, пугая живых, этой ночью, возможно, ты умрешь. Опс, открылась дверка. Комнаты с дверьми. А, ну мы тут были уже. Вот она спит, эта девочка. Наклеила. Ну, посмотрите, квадратное, короче, тело лежит на кровати. Блин, фонарик включить. Квадратное тело лежит на кровати, на которой наклеили просто фото этой девочки. Она, конечно, немного стремновато выглядит, но, в принципе, когда она лежит, она не стрёмная. Во-во-во-во-во-во-во! Сейчас она кому-то на шею прыгнет. Ребят, выключите! Да почему? Ой, кажется, я ее там это, уложил. Я ее на пол уложил своим телом. Давайте, ребята, пойдем посмотрим, что там за лифтом. Может, там ужас, а может, там я, а может, там смерть. А! Да я ж не подходил к этому гному! Гном просто стоя уложил пару человек. Ой, метеорит, надо бежать отсюда. Сейчас как шандарахнет. Бабах-бух-бах. Ну да. Хорошо, что я был в лифте. Чувак, беги-беги. Успел, нифига себе ты. Тебе черныш везет. По-другому я тебя никак не могу назвать, потому что ты реально черный. Мы ехали в лифте, поднимались на 66 этаж, слушали замечательную музыку. Вдруг открылся лифт. И мы увидели здесь, в нашем офисе, странные плакаты. Непонятную содовую на столе. А, это пустой стакан был. А, нет, это содовая. Потом резко начал гаснуть свет. Мы никуда не могли выйти из зоны ресепшена. Вдруг опять снова заиграла музыка. Ну, вообще, на самом деле, мы праздновали Новый год. А еще, кстати, у нас были фонарики, которые очень барахлили. По-моему, это китайская подделка. Батарейки Duracell, но бесполезняк. Слушайте, по-моему, надо отсюда валить. Вам так не кажется? Появился директор! Директор! Привидения и скелеты ждут вас, если вы выйдете из лифта. Так, Марио. Привет, Марио. Из какого же ты унитаза вылез? Что ты такой кровавый и одноглазый? Ой, да ладно, Марио, не пугай меня так, что у тебя глаз вывалился из глазниц. Да и дырка какая-то в... груди. Ой! Кажется, меня Марио поцеловал. Ну, слушайте, ну зачем Марио толкать в хоррор-игры? Он же совсем не страшный. Да ну нафиг. Марио вообще ни о чем. Не, Марио, в смысле, он крутой. И в играх он крутой, но в хоррор его толкать, ну это просто беспредел какой-то. Я буду жаловаться в игровой суд, если такой есть. Так. Играет какая-то няшная колыбелька. Неужто ли нас сейчас хотят усыпить? И потом в наш сон прорвется Фредди. И попытается нас там завалить. Так, выходим. Все включили фонарик. Чик-чик-чик-чик-чик. Я вижу кучу крови на кровати, кучу крови на полу. Так, нам сказали, типа, тихо. Не говорим. Я молчу, ребят. Ой! Он появился! Он почему-то бьется об стенку. Что с тобой? Может, тебе к врачу сходить? Слушай, а ты ножик поточил? Ага, кажется, поточил. Смотрите. Ой-ой-ой-ой, выключите фонарик, ребята. Выключите фонарик. Выключите фонарик, я говорю. Я спрятался за кроваткой, все. Ку-ку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Быстро в лифт. Она, кажется, за мной бежит. Не-не-не-не-не, девочка. Девочка, отстань от нас. Блин, да вы чё? Кончай, закрывай лифт. Все, вроде бы она закончила. Открылись двери. И мы очутились в милой комнате детской. Ёшкин кот, шкаф открылся. Ой, медведь! Открылся лифт. Мы очутились в какой-то пиксельной игре. Вы посмотрите, это...
Похоже... Ух ты ж, привидение! Слушайте, как в Пакмане. Ой! Со всех сторон бегут! Так, мне надо куда-то спрятаться. Фонарик... Воу, нет, блин, да как так-то? Я ж фонарик выключил, он прям, знаете, через домик так перепрыгнул. Так не круто, когда привидение... Ну, это ж привидение, не да, умеет летать. Так, отстань от меня. Да сколько ж вас тут, они со всех сторон меня окружают. Быстренько, быстренько за угол. Эх, не успел за угол. Слушайте, знаете, что не круто в привидениях? Они умеют летать. Это очень не круто. Особенно, когда ты пытаешься от них убежать, через препятствие какое-то оббегаешь его, а они просто его облетают. Заброшенный дом, это всегда круто. Это всегда просто шикарно. Здесь можно переночевать, когда ночь. Вот только вот таких вот случаев не хватает. Двери открылись. Мы очутились в какой-то ванной комнате. Странно. Ой, ой-ой-ой, кто там стоит? Подождите, покажите мне. Ой, какая ты стрёмная. Ты чё, плюнула, что ли, на стекло? Блин, ребят, не подходите к стеклу, а то вдруг заразитесь чем-нибудь. Хватит на меня прыгать. Так, кажется, тут туалет где-то был. Блин, да как так, в ванной нет туалета? Хотя да, разделенный санузел никто не отменял. Ладно, я тогда в душевую схожу, пописываю. Я думаю, что я не одинок в этом плане. Чё-то все в душевую сразу полезли. Ребят, смотрите, она просто плю... Ух ты, она плюнула надписью. Офигеть, вы умеете плевать надписью? Она пропала! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Чё-то как-то... ёкнуло у меня прям в груди. Я пойду еще посмотрю на нее. А, все. Все понятно. Она, по-моему, это мы ее испугали. Она испужалась и убежала. Она как бы вначале такая выпрыгнула, потом поняла, что лучше не надо было ей это делать. Опять обратно впрыгнула и убежала. А на этом, ребята, наши покатушки на лифте закончились. Так что, если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять свои комментарии, ведь это очень важно. Всем спасибо, пока и до нового видео.